Все время что-то рвется изнутри, все время рвется, но вот не выходит. Пытаюсь я чего-то сочинить, а не могу понять, где оно бродит. И кто всем этим верховодит? Пойду, наверное, позову друзей, и вдохновение будет без предела. Есть предложение, чуточку налей, и я увижу, что ж не разглядел я. Да, пора уж созывать друзей. Мы что, споем? Или сначала потанцуем? Да мы не пьем, они мне говорят. И стих возникнет в страстном поцелуе. Да не забыть его бы записать. Это уже третья песня у меня. Ну что, споем или сначала потанцуем? Да мы не пьем, они мне говорят. И стих возникнет в страстном поцелуе. Да не забыть